Историко-культурный центр продолжает серию тематических уроков для видновских школьников. Не так давно наша съемочная группа посетила урок «Мужество», посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. Сегодня снова урок, но уже урок добра. Проводила его прихожанка храма святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям Светлана Слешина. Делать людям добро – это ее профессия, если можно так сказать о том пути, который она выбрала. Светлана Николаевна уже много лет сестра милосердия. Сегодня она пришла поделиться своим опытом и поговорить на тему современных так называемых ценностей, суть которых можно сформулировать так – стремление к обогащению. Богатство, оно обладает таким свойством, что ему никогда нельзя насытиться. И чем его больше, тем больше будет хотеться. И поэтому в настоящее время, конечно, задача наша такая, если говорить уже сухим языком, это воспитать человека в минимизации потребностей. Если у него будет мало, и он будет счастлив, вот это да. А потом отдавать всегда блажение, чем брать, вот этому еще научить. Светлана Николаевна рассказала также о подвижнической деятельности сестер милосердия своего храма. Из любительского фильма школьники узнали, как в свободное от основной деятельности время они помогают в госпиталях раненым и покалеченным в горячих точках воинам. Среди слушателей – учащиеся 7-х и 9-х классов Видновской школы номер 2. В историко-культурном центре они – частые гости. Вообще, нам очень нравится сотрудничать с ЭКЦ. Мы систематически сюда приходим на разные выставки, на урок мужества. Как раз этот урок, урок доброты, конечно, я думаю, что поможет ребятам выбрать свой путь. Музыкальным сопровождением такой непростой темы было творчество Евгения Фокина. Музыкант долгое время работал в коллективах Софии Ротару и Маши Распутиной. Теперь он звонарь музея усадьбы Коломенская. В завершении встречи учащимся были подарены книги духовно-патриотической направленности для школьных библиотек.